Thank you.
Композиция, которую мы для вас только что сыграли, называется «Autumn in the Hague» – «Осень в Гааге». Андрес написал эту вещь, когда он там учился, жил, работал, дышал чужим воздухом. Следующая вещь называется «Majority». Я не знаю, что именно он имел в виду. Большинство. А, окей. Я сначала думал, что он про большинство говорит. Опять же, я так полагаю, здесь очень много музыкантов. Он имел в виду про мажорный септаккорд. Majority. Thank you.
Давайте я вас немного познакомлю с нашим коллективом. Как вы уже знаете, Андре Салеру на контрабасе, композитор всех тех четырех вещей, которые мы только что сыграли. На барабанах Михаил Никитин. На клавишах Эдуард Кузовлев. Меня зовут Юрий Шлейфман. И его зовут Никита Корзун. И я опять это скажу. Ему всего 16. Теперь больше хлопаете. Я так понимаю, у нас чуть-чуть времени осталось, и мы сыграем для вас один замечательный джазовый стандарт под названием «This I Dig of You». We'll be right back.
Спасибо. И еще раз. Михаил Никитин, Андре Салару, Эдуард Кузовлев, Никита Корзун, Юрий Штейфман.